6 утра. Фонарям 2 часа до расстрела. Полуживые машины дымят от тоски, люди под толщей снега. Иконы в разграбленной Неве без Бога встречают каждое завтра. Я тут в снегу смотрю, на полу пустые парки. Забота, семья, дом, учеба, работа. Кричишь от всего и стонешь волком, когда наедине так одиноко. Потратил последние дни и деньги на кент с ментолом. Умирать так со вкусом ебаного дыма, с памятью родного дома. Интересно, как там у Бога? В 17 думать о смерти, травиться таблетками с медом. Медикаменты не помогут подросткам, тупо поздному поколению мертвых надежд, мертвых лакостов. Медали на шлюх, клеймо медалист, некрасивый снаружи, внутри прогнили до нитки. За образами хороших прячем людей себя настоящих. Я мальчик, что потерялся в центре зала, ждет маму и громко плачет. В душе мы все дети, просто кто-то с рождения был хуёвым. Поэты пишут стихи за лайки, забив хуй на качество. Зачем быть настоящим и открываться в сети незнакомым? Вопрос в другом. Я забыл, как быть простым даже с родными дома. А что для тебя дом? Телевизор, компьютер с любимой приставкой, бабушкой, что по вечерам готовит, это вошло в норму. Благодарность — это не помыть посуду, когда 10 раз попросили, а любить родных так же, как они нас с рождения любили. Пьяное утро, балкон, сигарета дымится в моих пальцах. Найти себя во вчерашнем дне, с воспоминаниями кружиться в танце. Года заставляют взрослеть, заставляют становиться черствым и сильным. Сквозь пленку, что мешает смотреть искренне, за все плохое и хорошее, ты уж прости мне. Я не нарочно, просто по крошкам пытался слепить все, что не слепится. Дошел до ручки, не вкладывая душу в то, что люблю. На хорошее надеялся, словно маленькая лодка в океане избытка чувств. И вот, я уже не чувствую, плачу за все болячки и косяки, что нажил, потерявший людей, с которыми говорил на чистоту. На полочке семейное фото, как давно я не говорил теплых слов матери. Но она ведь и так все знает, эти банальные попытки себя оправдать. Красное вино, белые скатерти. Мне нечего рассказывать детям, и что хуже, мне нечего спеть им. Я метил вовсе не в лунку с отбросами, и в итоге на пути отбросил фундамент, за который держался. И только сейчас, через много километров времени, я понял, что вернуться к тому, что не сделал сегодня, нет шансов.